Проведи выходные с пользой, так решили Чувашский национальный музей и Сбербанк. И организовали акцию «День открытых дверей» в музее чувашской вышивки. Она стартовала сегодня и продлится до 11 марта. Проект приурочили к двум датам – к Международному женскому дню и 170-летию со дня рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева. Первые участники акции уже увидели все многообразие национальной вышивки, а также уникальные украшения из драгоценных металлов и бисера. Завтра в музее стартуют тематические экскурсии и мастер-классы. Это очень хорошее мероприятие. Это дань сохранению ценностей, культуры нашей. И Сбербанк всегда рядом в этом плане.